Парни, в этой очередной серии наших армейских или околоармейских зарисовок мы, во-первых, покажем вам, как выглядит ботик Петра Первого 21 века. Точнее сказать, ял шестивесельный. Ну или классическая. 15 тысяч долларов стоит эта лодка. Да, короче, классическая шлюпка. Да, а во-вторых, мы познакомим Тима и вас с рационом питания на одни сутки, который выпускает Министерство обороны. Значит, прежде всего, нам надо сказать следующее. Дизайн офигенный, правильно? Тим, тебе нравится, как это все сделано и нарисовано? Очень стильный, а лучше, чем яблоко. Да, Тим не получил деньги за этот проект, поэтому он говорит честно и откровенно. Во-вторых, ребята, надо сказать, что как и сообщалось вот в последних выпусках новостей, но это пятый рацион. Пятый стол. Есть еще и седьмой, говорят. И там есть тефтели. В этом нет тефтелей. Вот. Но самое главное, что здесь 4700. Считай. Энергетическая ценность не менее 4707 килокалорий. То есть взрослый мужчина в нашей стране, не страдающий ожирением, но работающий, должен потреблять 2,5, да? Да. В армии, да, где есть физические нагрузки, 4700. Но, ребят, значит, тут такие чудеса. Вообще, в принципе, я бы вырвал эту коробку у Рустама до нашей съемки и, наверное, сожрал бы половину, если бы не одна метаморфоза. К пятому дню службы к еде вот такой маниакальный интерес реально притупляется, да, Тим? Ну да, я очень мало ем, пока захавал я здесь. Захавал и пошел. Да, потому что на гражданке еда превращается в такой культ, да, это кайф, это времяпрепровождение. В армии, честно говоря, к жрачке начинаешь относиться гораздо проще. Так, сначала мы вас познакомим, давайте вскрываем пакет, да, и знакомим, собственно говоря, с его содержимым. Так вы тряховый. Не-не-не, тут же все в коробке специально. Вот ты коробку оттуда вынимай. Поехали. Значит, так, ребят, коробочку. Значит, Сень, значит, понятное дело, да, это то, что нам потребуется для того, чтобы разогреть и приготовить горячую пищу. Это спички охотничьи, не тушатся в воде. Вот этот концентрат, Adaptofit. Говорят, что солдаты-срочники едят даже не размешивая в воде. Это тоник, в общем. Из эссенции, давайте, содержание. Содержание. Эссенция вишневая, экстракт прополиса спиртовой, экстракт яблочный, черной смородины, зверобоя, солодки, член органичный. Ой, не извините. Солен органичный. Заканчивай. Вот самое вкусное, по мне так. Это повидло, правильно? Значит, смотрите, по большому счету на три, получается, приема пищи, да, рассчитан сухпай. Кофе. Сахар, песок. Сколько сахара, песка? 20 грамм. Смотри, три пакета. 60 грамм. Значит, чай майский, 2 пакетика. Пакетик кофе. Шоколад горький. Значит... Максим, не горький, а офицерский. Значит, 4 упаковки... Галет армейских причем. А, галеты. Так, ну, здесь нож. О, сыр плавленый. Теперь, давайте, теперь начали, поехали. Фарш колбасный, любительский. Это можно есть сухий. Икра овощная из свеклы. Это можно холодным есть. Паштет нежный, консервы мясные. Так. Шпик соленый, говорят, очень-очень вкусная вещь. Пюре протертое яблочное, ну, мне кажется, дублирует повидло. И теперь самое главное. О. Рис с курицей. Так. Гуляш с картофелем. Так, и что это такое, да? Говядина тушеная. Ну вот, класс. В принципе, вы представляете, да, вот человек. Еще жевательная резинка. Не показываем производителя. Но как в американской армии, да? Тим, ты чего? Это жрачка. Именно американской армии производители жвачек обязаны такой популярности. Значит, есть рекомендации. Да. Давайте быстро я зачитаю. Так. Галеты используются вместо хлеба, основные моменты. Консервы используются как в холодном, так и в разогретом виде. То есть гуляш можно поесть холодным. Значит, поливитамины, дрожжи употребляют во время завтрака. Ну и что? И средства для обеззараживания воды предназначены для обеззараживания питьевой воды. А так, где средства? Сейчас найдем. Вот оно. Вот, ребят, вот это средство. А, нет, это салфетка дезинфицирующая. Салфетка. Может быть, в нашем... Хотя так нет. Нет, вот это и есть средство. Ты думаешь? Знаешь, что засыпаешь, и она сразу чистится. Сразу же, да? Вот перец даже есть. Все есть. Короче, парни. Ну, а теперь... Надо, Сень, попробовать. Давай перебьемся и мы попробуем, да? Греть будем? Не, мы все, давайте мы все попробуем. Давайте правильно? Все попробуем. Да, конечно. Это отличная идея. Поиграем в саранчу. Не, ну мы должны же оценить, правильно, насколько это вкусно. Так, сейчас будем пробовать. Мы выйдем из лодки, чтобы не спалить ее, и подогреем, правильно? Да. Давайте, выходите.
Парни, начинаем приготовление, точнее сказать, разогревание пищи. Вот такая несложная конструкция. Угу. Так. Закрепляем. Таблеточку. Таблеточку. Это что, спирт? Спирт. Так. Угу. Можно лизать. Спичка. Спички где? Наверное, внизу. А вот они. Вот они, спички. Да. Черкаш. Черкаш. Тихо, тихо, сейчас. Тихо, товарищ капитан, не идите снимаем, в кадр. Снимаем, нас... а то продадим военную тайну какую-нибудь, и нас потом не выпустят за границу. Так, так. Черкаш. Секундочку, держите. Черкаш подводный. Он, видишь, написано. Угу. Спички с вода ветроустойчивый. Так. Вау. Так, чиркай и клади ее. Клади, клади, она сама загорится. Вот, вот, куда ты, куда ты? Черт, не русский ты, а? Сейчас, секунду. Поздно. Еще раз. Все, одну загубил. Поставь, поставь ее. Ну и что? Движение есть. Какое движение? Там маленькие есть, пузырьки. Есть огонь. Все, давай, ставь. Ставь. Сколько греть-то надо? Тихо. Давай. Греть не написано. Грей, пока хочешь греть. Не больше минуты там все. Надо было сначала открыть. Зачем? Нет. Ты чего? Сначала? Ну, чтобы жижа закипала. Не. Так, хорошо. Значит, давайте попробуем пока угу. То, что можно попробовать. Так, ну пюре это нет, на икру десерт. Надо. Нет, десерт. Икру. Какую икру? Ну там, кабачковую. Так, держи ложку, Тим, держи да. Ложку, раз. Держи ложку, два. Ложка, три. Значит, десерт. Это сладкое, правильно? Фарш колбасный. Фарш. Давай, фарш колбасный нет, попробуй. Нет, там десерт был. Сыр. И колбаса. Все, вот колбаса, сыр. Все, давай. Нет, а там был еще икра. Овощная. Вот она, вот она. Дай галету. Тим, и паштет да. Нежный. Все. Открывай галету. Давай, открывай галету, Тим. О, видите, уже закипело. Тим, пробуй. Уже колбаску. Ну, дай. Так. Да, вообще нормально. Так, откладываем. Видишь, какой фарш. Для вас понятно с точки зрения вкуса, да, плавленый сыр. А, пока, Тим, что тебе понравилось больше всего? Колбаса. Ну, чего? Это очень вкусно. Сеня говорит, что хорош греть уже. А что ты? Да. Сеня. Осторожно. Ага. Да, так. Я же говорил. На землю. Теперь вопрос, как это трогать? Что делать? Как это трогать? Вот все это вот так вот делается. Так, и нам надо, соответственно, давайте поставим сразу. Сожрил же... надо открыть сначала. Второе. Гуляш. Ставим гуляш. А, так мы все сожрем? Ну, мы все должны попробовать. Вы что? Да, тогда жри. На, давай, колбасы. На что это похоже, брат? Lunch and meat. Помнишь, была да. Еще такая тема? Помнишь, Иванович? Да. Это как meat. Ветчина и сосиски а в одном. Это рис и курица. Так он подогрелся? Ну. Чего оно? Ну так, надо было не слушать Сеню. Конечно, Сеня, ты чего, блин? Ну, в принципе, это можно есть и так, а? Вот это где мне не очень нравится, очень нам. Тебе просто не какой-то, нравится курица. Не, какой-то алкогольный вкус. Да нет, я не знаю. Алкогольный. Это соус. Хорошо, с этим соус алкогольный. Угу. Парни, самое главное, что в чем нуждается солдат, это немножко в нежности. И черпать мы будем его из паштета нежный. Ну-ка, Тим, давай, черпай. Папаша, вы заметили, как король себя ведет. Ты челядь, давай пробуй. Ну как? Ну как? Чем это отличается как, от колбасы? Это как обычный паштет из магазина, просто без вкуса. Это просто как паштеткость. Но я вот... Паштеткость! Отлично, он выдумывает нам новые слова. Да. Так, ну что, теперь надо снять все-таки гуляш, который, я надеюсь, уже подогрелся. Так, открываем. Слушайте, упаковано все, да, по-человечески. Ну, имеется в виду дизайн там, всякие такие эти. Может, не с той стороны? Так, это что такое? О, это гуляш с картофелем. Как с картофелем? Покажи, как выглядит с картофелем. Парни, у меня руки кривые, извините, я вот ну-ка покажи. Кривовато открываю. А похоже на макароны. Так, похоже на макароны, да, сейчас. Горячая? Да, горячая. Ставь вон туда, на камни.
Сейчас! Че надо? Сейчас. Угу. Снизу берите. Там прогрелась. Картошечка. Вот она. Отлично. Отлично. Я купил бы это сам из магазина. В любой неплохо. День. Неплохо. Отлично. Даже с приправой какой-то. Да. 10 раз лучше, чем курица. Нам, шпик вот нам предлагали обязательно попробовать, да? Угу. Парни рекомендовали, наши сержанты. Так. О, а что это? А это шпик. Шпик? Шпик консервированный, но по большому счету это сало. Так, кушать. От кусок отхерачивает туда. Я не знаю, если я могу. А, ладно, давай, мягко. Вот, жир, хорошо. О, бой. Ну? Ничего. Что это? Это, трудно сказать, да. Как сало немножко. Ты понимаешь, что такое шпик? Какая-то часть животного. Нет, это сало. Так, это ну сало. Давайте быстренько мы подогреем. Прекрасно. Я так понимаю, самое вкусное здесь будет, это говядина тушеная, правильно? Да. В принципе, но я не знаю, гуляш, это отлично. Отлично? Да. Не, мне рис тоже понравился. Какой да. Жирный. А будем мешать? Знаешь, у меня такое ощущение, что следующее. В советское время, когда были консервы, завтрак туристов, вот они следующее сделали. Отдельно взяли жир и его запаковали, и отдельно мясо в виде колбасы. А в советское время все это было вместе. Половина банки жира, половина мяса. А вообще нас ждет на самом деле вот поход на шестивесельном яле. Шестиясельном веле. Да. Это что? Это пюре. Ой, хорошо, отличный десерт. Да. Пюрешка без косточек, хорошо. Да. А хочешь еще? Да, я хочу. Мне. Давай. Сталинские соковые. Да, зовут нас, зовут. Сейчас, секунд, минута буквально, минута. Может, спрячемся нахер? А в армии невозможно спрятаться. Найдут. Она везде. Найдут. Так, офицерский, так, может, с собой взять? Да, шоколад горький причем. Да, да, потом. А что это с собой-то? На яле будем жрать. Давай, давай, сынок. Открывай. Да, парни, это самое вкусное. Так я и думал. Что это? Это, посмотрите, какая тушенка. Сколько ее самое... У меня слюни текут. Вы посмотрите, какое ее количество. Так. Ну-ка, покажи тушеночку-то людям. Ее надо, конечно, разогреть. Короче, парни, все, нам пора приступать к практическим занятиям. Тим, давай. Вот все, отлично? Да. Все, вернемся, покажем вам. Бежим! Все, бери газеты. Все, туши. Туши сам. Весла держатся, смотрите. Правый борт держит вот так, левый борт наоборот. Правильно, правильно. Наоборот руки. Вот так. Что-то как-то не очень удобно. Тим мешает. Да, я... Вот, вы чуть-чуть раздвиньте, потому что тут весла чуть-чуть внахлёст, чтобы вы не побили. А, нормально. Слушайте, вы посмотрите, насколько четко отстроены, настроены весла. Видите, зазоры вообще минимальные, как в хорошем моторе. Да? Короче, баковые, мы с Тимом... Выглядит как баковые, видео на uport.com, которого я не хочу смотреть. Ваша задача, все равняются по загребным. Беречь весла по загребным. Мы загребные. Короче, те люди, которые сидят ближе, получается, к корме, правильно? К старшине и к командиру, по ним ориентируются остальные гребцы. Кто старшина? Средние и баковые. Мы, получается, мы загребные. О, загребные. Загребайте. Ну что, и... Весла на воду. Ваша задача сильно давить не надо, просто вместе по загребным, как они опустили, так же срединой и бак. Я понял, опустили, что зада... провели, вытащили. Задача только вместе научиться грести. Весла. Вы плавнее делаете, чтобы на воду. На вас все ориентируются. Все, все, на воду. Раз, два, раз, два, на воду. Весла вместе, по загребным. Я могу сказать главное. Комфорт, как в С-классе. Лонг-версия. Сука, какая сука, а? 6 лошадиных сил. Насколько глубоко, товарищ инструктор? Товарищ инструктор, насколько глубоко нужно погружать весло в воду?
спичечный коробок 5 сантиметров. Это... Работает в воде только одна лопасть. Шестером так легко, а вдвоем тяжелее. Посмотрите на лицо Тима. Это классическое лицо человека, известного, где плохой хочет что-то украсть. Да. И выжидает этот момент. Кстати, только у Тима есть что жилетка, потому что он боится утонуть, а остальные не боятся. Сделай лицо побор. Побор, ну это... Покажи, Сень. Под себя пропусти, просто побор. Ты отклоняйся. Проводи, все. Я сам вылазь. Вот. Вот это весло побор. Иди садись на руль. Ага. Сейчас чемпион будет показывать, как правильно. Как? Я на руль. Парни, вы сделайте так, чтобы мы не потонули здесь все. Тим в жилете, чтобы он не вывалился. Но он в детском жилете, боюсь. Да, нормально. Не мешать. Так, во-первых, смотри, Сень, посмотри, как правильно надо сидеть. По борту. И мне тоже? Все, да. Так, это... По борту, оп. Когда ял идет вообще, идет на, ну как сказать, со скоростью, да, очень делается легко. Вот сделали, грибок дошел до конца, да, по борту, раз, все, оно само туда уйдет. Мы же когда отвалились, начнем с грибка, с правильности грибка. А руки как вот брать лучше? Руки вот правильно. Как нам объяснили на береге? Да. Чтобы не было мозоли. Правый борт, левая рука сверху, правая рука снизу. Левый борт, соответственно, наоборот. Правая сверху, левая снизу. Сам грибок происходит 90 градусов. То есть мы занесли 40-45 градусов, опустили, пошел грибок. Гребем, 45 градусов, весло вытащили. При хорошем раскладе, когда команда долго тренируется, еще делает элемент после грибка. Разворот лопасти на занос. Оп. Но так разворачиваем, потому что сопротивляемость, если воздуха. Мы идем против ветра, чтобы скорость увеличить. А мы тренировались на спортивных веслах, там лопата вообще вот такая лопасть. Вот. И представляете, если 6 лопастей, будет как тормозить ял. Развернули. Опять же, нельзя вот так перекручивать весло. Попадет в волну, утонет, ял останавливаться будет. Короче, 45 градусов до, 45 градусов после. Работают мышцы. За воду зацепились, ноги, спина, в конце руками дотянули. Видите, я чуть-чуть отвалился. Ну, все, валится, тяжесть, если дальше я упаду. Центр тяжести, да. Пресс, он не работает вообще почти. Очень. Дотянул, и на руках я поднимаюсь. На руках поднялся, весло вытащил, пошел в занос. Парни, с неподготовленному человеку может показаться какой-то странной штуковиной. Вот эти плавающие пластиковые бутылки в какой-то специальной сетке. Но оказывается, внутри там растут жирные севастопольские мидии для вашего стола. Это типа импортозамещения, правильно? Я понимаю, а говорить не мешки ворочать, Сергей Валерьевич. Да ладно, давай потренируйся. Да-да-да. Вот я когда был загребающим. Вот так вот руки. Вот загребным точно. Загребающим. Занесли весла. Давай. Весла. Итак, старшина должен главное командовать. Ритмичный товарищ. Посмотрите, как старается Рустам, да? Ну поехали гоняться уже. Погоди, там женщина. Правый гал. У вас женщина неуставная. Посмотри-ка. Все, мы домой отдохнете и врежем. Кому мы врежем? Нет, просто, домой просто и врежем. Нельзя, товарищи, суши весла. Нельзя, только вниз. Повторите. Повторите движение впереди сидящего гребца просто-напросто. Не надо сильно давить. Сейчас у вас будет гребля скоростная, тогда уже придавите. Занесли вес. На самом сейчас деле. Задача просто попробуй, Серый. Попробуй, не, ну просто в качестве эксперимента. Чтобы удовольствие получить. Ну просто чтобы удовольствие, два раза. От гребли кайф начал получить. А два раза это как? Занес, вынес. Все, выключай, Сеня. Так, да? А Серега решил все-таки попробовать. Чуть-чуть на левый борт на баке сделайте крен.
Видите, у нас крен в лодке, потому что Серега. Яичко перекати, матрос. Да они сами у меня катаются, будь здоров, потом не могу найти. Так. Весла на воду. Активным. Сильно не надо. Время проноса равняется времени заноса. Сережа, не торопитесь. Что-то неровно, парни, как-то. Не в это. Тихо. Вместе, вместе. Я слышу руки волны. Давай. Раз. Что-то Сеня пока гребет только. Раз. Ты что это, подбрасываешь? Волны протопили. Давай, парни, давай. Устали, Сережа? Устал. Все, суши весла, весла по борту. Отдохните. Ну что, доживем до гонки, интересно мы или нет? Ну, Тим, садись. Да-да-да. Теперь ты работай. Хорошо. Я сделал задел. Задел. Тим, конечно, похож. Вообще, у моряков традиция. Первый выход в море. Оморячивание? Лафон, оморячивание, да. Похоже, жалко еще, в каком смысле? Ты будешь пить морскую воду, Тим? Морскую воду, да. Нет. Морскую водку, воду. Это морскую водку. Морскую воду нет, морскую. Ну ладно, все, выключаемся. Итак, друзья мои, главное событие сегодняшнего дня. Начинаются соревнования между ялами. Девочки поджали свои попки и готовы гребсти. Вот сидит на месте Тима Керби, так называемый архитектор. Всех отравил бациллой зловредной. Поехали! Итак, старт гонки. Кто сегодня выиграет? Конечно, сильнее. Поехали! Раз! Два! Как мы будем гребсти? Раз! Два! 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 Сволочи! 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 Давай, раз! Ты шли! Я не нервничаю, потому что ты вытащил. Ну вот и все, дорогие друзья. Гонка позади. Лузеры остались лузерами. И я чувствую тоже себя с этими прекрасными пацанами, потому что они честно гребли, правильно? А те махровые, эти самые, как их, наняли себе профессиональных гребцов. Парни, мы лучшие, правильно? Да. Вот, все. Что за Ты вот мне все руки отбил, да смотри, че, а из того, меня... что у тебя весло вытащено. Ебать, а ты меня отбил. Они бьются по-любому. Это архитектор, он создает проблемы. Что за кретин? Ну, левый загребнул, что-то начал ему рассказывать про весло. Да, потому что оно у него вылетело и бьет мне по рукам. А я в это время не могу грести. У нас по-любому будет биться по рукам, они не давай, посмотри, где. А вот когда у тебя вылетело, ты мне стал перебивать каждый удар. А на первую лодку протест. Пошел не на финиш. Ну я куда ты влево ушел, Кузя? Ну елки-палки. А пошли обратно. Нет, иди, пошли обратно. Кузя, ты что делаешь? Давайте еще поплаваем. Нет, давай погоняем. Ну что, пошли на пляж. Давайте погоняем. Давайте еще раз посмотрим. На пляж. Пошли на пляж, покупаемся. Не, мы не можем, у нас вещи там на берегу. Автомат есть. Да подожди ты. А вот. Да им нельзя. Нельзя. Да можно, блядь, что не знаю. Можно? Ну чего, куда? Пошли на пляж, охуёк. Серёга, подожди. Беречь весла. Разобрали весла. Левый борт. На воду. Правый борт. Табак. Мартинов гребет. Эй! Слышь, там кабаны. То есть как? Боевой, за архитектора проиграли. Вы ему поменьше трещите, у него вообще безумно, что ему мясорубка работает. Смотри, а вот поганец, а. Вот они, вот она, это гребаная молодежь, то есть гребущая. Все. Все. Команда, команда. Оба какая? Борта на воду. У меня все на месте стоит. Давай, архитектор, давай. И. Да на воде тренируй. Раз.
Раз. Что так расслаблено? Раз. Ты что? Раз. Давай ты тогда считай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Вот так и поплыли, да? Раз. Молодец, вау. Хорошо. Раз. Легкий ветерок. Не хватает только, чтобы был в кармане вискарек. Раз. Два.